Родившая Тодоренко спровоцировала жаркие споры в сети. Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, родившего 5 декабря сына, обеспокоила поклонников молчанием в сети. Отсутствие каких-либо вестей о малыше и маме вызвало жаркие споры среди ее поклонников. В Инстаграм артистки появился фрагмент видео с гостью ее программы «Пятница с Региной», российской актрисой и ведущей Екатериной Варнавой. Такое могло случиться только в «Пятнице с Региной». Мы с Катей Варнавой разучиваем колыбельные для детей, подписала ролик ведущая. Некоторые подписчики Тодоренко искренне возмутились, почему она до сих пор молчит о пополнении в семье, выкладывая лишь рабочие материалы. Другие же комментаторы встали на защиту новоиспеченной мамы, отметив, что она сама вправе решать, чем делиться с широкой общественностью, а что оставить за кадром.